Узкий ромб — это хорошо. Сереге надо написать. Блядь, да, они будут наваливаться на один фланг. Наша задача, наверное, в основном будет переведить фланги. Охотник. Да. Серега. Я еще к тому, что у меня 184 и прокачана голова. Если будут какие-то проблемы с выходом, можно будет просто вратарю выносить на фланг и туда уже бороться. ЛЗшникам, они же тоже 184, да? Серега, ты где? ЛЗшники, да. Ну вот. Охотник. Можно будет прям запускать форварда. Да, головой. Всем привет. Охотник в раю. Охотник. Всем привет. Меня слышно? Здорово. Рай, я на софт, сори. Я знаю, знаю. Началась уже? Да, а что вы не сказали даже? Мы тебя зовем. Орем, я блядь. Тебя тегнул уже пару раз, боже. Офигеть. Камалин. Форма, конечно, не очень удобная. Бакинч. Что-то это жесть какая-то была. Бля, я нажимал на вынос, я не понимаю, почему это нельзя. Нормально сейчас. Переведи, переведи, переведи. Угу. Чуть-чуть разыграемся. Сорян. Нормально, может, вернемся. Назад. Хорош. Я даже не успел нахуй нажать ничего, блядь. Хорош. Да ну нахуй! Давал на тебя Steam. Я видел, я все видел, нормально все. Давай дальше играй. Ой, еще раз навес Штоха. Ешь, бля! Красавцы, бля! Лучше открылся, это просто гений. Блять, а кстати, кто-нибудь стрим ведет запасной? Да. То я забыл включить. Я веду. Вроде бы. Давай так же. Играем, играем, ребят. Хорошо. Есть фланг, смотри. Угу. Сюда, Егор. Хорошо. Попытаюсь. Подбор, подбор, подбор. Угу. Слева один. Хорошо. Не выносит. Тоха один. Нет, уже не один. Хороший трюк. Гулянный бортай. Трюк супальный. Это. Кипер, не торопись. Дай нам расставиться. Нормальненький, шуть.
Главное игроков закрыть под пас и все. Хорош. Ай! Не, под тобой Тоха. Я бы не догоняю. Хорош, Серёг. Хорош. Опорника найди. Или Тоху. Неплохо. Почти дошло. Значит, ты вернулся? А, все вижу. Пара флаг, Алис. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош, Серег. Можно назад отпасовать. Выбит. Хорош. Нахуй, блядь. Спасибо. Парни, давайте прессим, прессим нормально. Рост не забудь. Рост. Пошло, дошки спотели. Серёг, расслабься, все нормально. Хорошо играем. Нормально, все друг друга страхуем. Там главное, отняли мяч, посмотрите, у меня небольшая проблема, не могу всегда найти опорника, иногда, блядь, они закрывают хорошо, ну, поэтому я на тебя играю, вот почему. А, да, кстати, если опорников, или если хорошо опорников держат, опорник, можешь просто отбегать, на условно, фланг. Если тебя держат, и ищите сапа сразу. Ну, да. Опасная хуйня, конечно, но пробуйте так. Ну, я один раз сыграл и сразу забрали его цапа. Но тогда цапу тоже нужно быть на чеку, то есть цапы чуть могут, ну, кто-то цап, лап. Ты когда с мячом, я в любом случае ниже тебя на линию открываюсь. Да, и я так же с тобой, давать. Я так же с тобой. Тох, забеги. Далька есть. Дальня. Ишай. Хорош. Да! Очень добрый день. Мариночка, уйди, пожалуйста. У Сереги там эрекция уже от этого матча. Уйди, пожалуйста, Марин. Женщина, блядь, не стой под... Я потом с тобой поговорю. Ребят, подождите, радоваться. Давайте 3-0, да, не приговор. Рад. Встретить, парни, встретить. Хорош. Главное, цапу, не давайте играть цапу. Ой, сори, Андрей. Нашему ты имеешь, Максу? Да. Макс, извини, установки. Да, понял. Хорош. Не торопись, не спеши, торопись. Дай ему вставим. Угу. Левая рука есть. Правильно. Хорош. Стоит тебе, да. Здесь под тобой. Опорка. Хорошо. Плохо. Пенальти. Пенальти! Пенальти должен быть, да.
Назад, назад, назад. Пофиг. Встречайте. Хорош. Нам сейчас не надо торопиться в атаку. Если что, можно отдать назад, повладеть чуть-чуть. Хотел перевести. Макс, не хорош. Попроще в следующий раз сыграем. Правда, есть фланг просто. Есть. Угу. Думал, на тебя, на меня выдвинешься. Забыл. Миша, Миша. Миша, Миша. 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 У нас преимущество. Получили мяч. Просто отдайте, повладеть надо. Все. Угу. Не торопитесь вперед пихать. Переведите спокойно есть, низом. Фанапс, mm-hmm. Фанапс, ширину. Низом же, низом. Нормально, нормально, он дойдет. Заброс есть, смотри. Ай! Не-не, я не-не, от Егора, от Егора надо было. Дальше все. Mm-hmm. Смотрите, забросы перевода. Хорош. Хорош, Миша. Саид, до конца. Пенальти, нахуй. Уничтожили, блядь. Уничтожили, нахуй. Подождите еще. Давайте. Лучший. Хорош. Дальше Рафаэль. Так же играем. Хорошо. Заброс, Тима. Не надо, не надо, держи, держи мячик. Спокойно. Ох, я еще в офсайде был, чего? Угу. Хорош. Хорош фанат. Нога есть, смотри. Угу. Я ж хотел развернуть на цопу, не получил. Быстрее, быстрее. Переводить будет, переводить будет. Серегу подстраховать надо. Без фола. Хорош. Пойдет. Правильно, правильно. Лучше так. Молодцы, молодцы. Откати назад или фланг? Хорош. Ток, беги. Решай. Решил, блядь. Да дай на дальнего, блядь. Ой, Тоха! Ой, Тоха, блядь, Тоха! Хорош. Сегодня хорош. Солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала Надежда и Майки, моя душа плачет. Какая боль! Какая боль! Вы там не сгорите, у нас еще один матч впереди. Да-да-да. А, сегодня два матча? Душно, да. Душно. Да-да-да. Блин, Егор опять не предупредил. Я тебя предупреждал. Все, все, ребята, давайте. На весь его смотрите. Рогов играет. Ну, они, конечно, беспомощно вообще играют. Смотри, смотри, Тох. Хорош. Пошел, Саидик. А сейчас, блядь! Ай-яй-яй! Пиздец. Да не, если я в зеленый не забил, то все это проклятие, на. От себя будет. Хорош. Серега. Хорош. Пойдет. Бля, ладно, потом скажу. Смотри, смотри, смотри. Ноль. До конца, Миша. Добежит, добежит.
Вынос на фланге есть, если что. Просто навесом. Угу. Отащу немножко. Можно назад отдать. Хорош. И пас на Тоху. И гол, Тоха-то забьет, блядь. А? Сайт, сайт там был, да. Я был чуть, на Тоху. Чуть-чуть раньше. Хорош. Лучший. Тох, все, Хорош. Макс, стату не забудь. Макс, послушай меня, пожалуйста. Ты видел сейчас, вот мы бежали в атаку, и в какой-то момент я просто остановился, отдал на опорника, и что произошло? Последующий момент. Почему? Потому что вся команда соперника, блядь, несется, думает, что сейчас по флангу будет движение вперед. Резко останавливаешься, разворачиваешь через опорника, образуется свободная зона. Когда ты это поймешь, ты станешь просто топчиком, пиздец. Сейчас ты просто топчик, а будешь просто топчик пиздец. Ну да, по факту. Потом будешь топчик пиздец и нахуй, блять. Кто-то туда записывает, да? Ну я прокликаю, Егор тоже вроде должен. А вы раз, да, раз в перерыве записали? Да. Я не понимаю, почему у охотника рейтинг ниже меня, когда охотник больше всего мячей должен был отобрать за матч. Это, мужики, давайте настраиваемся на вторую, душно надо обыгрывать 100%, нахуй мы можем это сделать. Да. Да. Мишань, бегате на этого держим. Прям вдвоем. В прошлый раз мы же их обыграли, да? 2-0. Да. Ну, надо аккуратненько сейчас. У нас там была пиздец дисциплинированная игра в тот раз, я помню. А прям... Да. Был, как у нас выдали какой-то ёбнутый. Так два цопа сожрали бегатены и все. И игра закончилась у них. Да, и ботинки, конечно, злые будут. Я, кстати, после матча и комментарий насчет Fight Club напишу, что там хули. Я тоже напишу. Съебало.